который трутся вокруг костров, если у человека мало родственников, или как-то там получилось, есть там мужик, я не знаю, животных еще или нет, или говорят, это даже несколько, он очень красивый, ходит абсолютно голый, натирается пеплом от этих костров и питается тем, что он не догорел. Вот. Но при этом мужик выглядит как-то сильно круто. Но он такой не в себе, я так на него посмотрел, как-то даже решил не фоткать. Вот. В общем, да, разные бывают ситуации.